Добрый день, дорогие друзья, студенты, коллеги из России и Индии. Я приветствую вас всех на международной конференции. Большую роль в укреплении межкультурного диалога призвано сыграть образование, так как это основной и необходимый механизм развития общества посредством воспитания и формирования личности. Сегодня уникальные события. Мы впервые проводим вот такой в университете, во всяком случае, российско-индийский телемост. Такие ценности, как уважение к семье, к родителям, старшему поколению, вопросы, связанные с сохранением своей идентичности в условиях глобализации. Мне кажется, эти вопросы, они волнуют как Россию, так и Индию. И я очень рада, что медиа-центр университета имени Неру в Дели, который занимается проблемами гендера, семейных ценностей, вопросами сохранения культур, выступил вот с такой инициативой и поддержал нашу инициативу для проведения такого диалога. This is a unique kind of a collaboration that is happening for the first time. As far as in my knowledge, it is for the first time. And I'm really happy that people from Russia have joined in such large number academicians and students. I extend my warm wishes and gratitude to all the participants for joining this seminar. Collaboration between the Institute of Philology and Journalism from the University of Lovachevsky, Shodh, and the Center for Media Studies has really done wonders this time, and we hope that this continues in future. And I'm quite hopeful that this event will prove out to be very fructitious and very productive from the point of view of the academics and as well as from the point of view of the exchange of Российско-индийские отношения имеют очень богатую историю. В настоящее время индусы заинтересованы во всех направлениях. Заходить со стороны науки, развивать со стороны науки – это наиболее целесообразно, искать точки соприкосновения в такой практической деятельности. Наши индийские партнеры, Институт филологии и журналистики, заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении научной связи, академической мобильности и в целом дружбы между Россией и Индией.